Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот карту памяти Samsung 64 гигабайта. Покупала ее в Ситилинке за 770 рублей. И давайте ее посмотрим поближе. И с другой стороны. Кому интересно, можете нажать стоп и прочитать. И давайте ее откроем. Вот, почти упаковка сохранилась. А на самом деле это моя уже третья карта памяти. У меня также есть еще две такие вот карты памяти. Давайте их сюда поставлю в угол. А те у меня тоже работают. Ну, вот я купила для своей видеокамеры в путешествие на будущее, чтобы они были. На всякий случай. Здесь, кстати, есть, смотрите, такая коробочка. Она очень классная. Я все свои карты памяти храню в ней. Положил вот ее и все. Тут вот закрыл. То есть вот она так вот закрывается. С этой стороны тоже. И с этой. Но, в принципе, они бывают выпадают. Но хоть что-то. Так. Здесь есть маленькая. Она, кстати, не похожа на пластмасску, она больше похожа на какую-то, как вот дисконтные карты, вот что-то такое. Плохо она фокусируется. Ну ладно. Вот. И также, кстати, я хочу посмотреть пластмассовую, да, которые у нас были обычно с вами до этого. Когда я первый раз купила вот эту новую, конечно, я не верила, думаю, что-то не похожа на пластмасску она особенно. Вот. Думала, наверное, долго служить не будет. Но уже год, и все служит, все в порядке. Вынимаю постоянно ее, меняю. У меня их две для моей видеокамеры, я их по очереди. Снимаю 64 гигабайта и потом меняю. Так, здесь она тут такая же обычная, как и везде. Samsung. Она, кстати, даже разбирается, по-моему. Не летая она. Ну, в принципе, тут вставляется вот так и задвигается. Вот и все. И также, ой, обратно. Так, и давайте ее проверим. У меня есть вот такая вот видеокамера Sony. На нее, кстати, был обзор. Вот тут у нее уже есть одна такая, вот она, 64. И мы с вами вставим другую. Опа. Так. Закрываем. И вуаля. Так, надо еще ее открыть. Все. Она готова. Пишет. Ожидаю. То есть карта памяти работает. Снимает она довольно, кстати, ну как не снимает, а записывает довольно быстро, хорошо. И хватает мне ее, конечно же, надолго. Сейчас закроем. Надолго мне ее довольно хватает. Вот. Так она выезжает. А единственное, конечно, хотелось бы мне как-то их пометить, чтобы потом не перепутать. Ну, не знаю, мне кажется, у них где-то есть штрих-коды. Какие-нибудь. Сейчас я их точно перепутаю. А, есть, да, какие-то надписи. По-моему, вот это моя. На ней уже должны быть файлы. Я уже наснимала довольно много. Сейчас мы посмотрим. Ой, туда.
с воспроизведением, да? Вот они на ней есть. Вот. То есть, ну, я купила для вот этой видеокамеры. Она, кстати, камера очень-очень классная, она очень легкая, она мне очень безумно нравится. А другая камера моя, Canon, она, конечно, потяжелее гораздо, и в нее вот такие вот заходят. То есть тут там уже нужна именно литая полностью такая вот. Мне с такой вот уже не подходит, я пробовала. Вот. Такой у нас с вами был обзор. Что-то тут она немножко другая. Она у нас работает, все в порядке. Можно брать вот так вот в путешествие. Она вот так закладывается туда. Свой отсек. Тут можно, я думаю, их уже пронумеровать. Приклеить какие-нибудь единички. Я планирую 1, 2, 3, 4, 5, 6 там и так далее. Просто приклеить, и потом по номерам уже будет удобнее. Оно вот в разные стороны. Все. И она держится. Хотя нет, открывается. Ну, короче, вот как-то вот так она держится. Не очень удобно. Нужно какие-то коробочки. Не знаю, или я не в ту сторону, просто, скорее всего, закрою. А, ну вот, все. Вот так вот. Ну, в любом случае, когда я ездил в путешествие, я беру вот такую вот сумочку маленькую. Здесь у меня хранятся все флешки, все вот, даже вот ключик от телефона. Такие вот старые, вот они, флешечки. Переходник же вот этот же. Вот. Старая на 1 гигабайт, когда-то это было очень-очень много. И она, кстати, тоже пластмассовая, но мне кажется, она получше. Здесь вот как раз с этим ключиком есть. У этой, по-моему, нету. А, нет, есть. Есть там. Да. Вот они, всякие флешки мои хранятся. Очень удобно. Вот. Вот такой у нас с вами был обзор. Да, также у меня еще одна. Тоже 64. А в сетевинке, кстати, очень дешево. В видео она стоит 1500 уже и в других магазинах. Поэтому я решила сразу взять побольше, пускай будет. Останется теперь мне только купить батарейку к своей камере и все. И у меня полный комплект будет готов уже к путешествию на будущее. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.